Добрый день, уважаемые пациенты. Я врач, уролог-венеролог. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич. Сегодня мы поговорим на тему, через какое время сдают анализ на ЗППП после возможного заражения. Чаще всего это после полового контакта. Но, во-первых, здесь зависит от того, какими методами сдают анализы. Первое. Мазочки. Можно сдать, соответственно, вот таким зонтиком берется на стекло, они чувствительны позже. Можно сдать в ПЦР-пробирочку, вот в такую вот. Они чувствительны раньше. Дальше. Кровь сдается на антитела. Это белки, которые вырабатываются в организме. Они становятся положительными позже. Можно сдать ПЦР-анализы на сами вирусы. Те становятся гораздо раньше. Теперь конкретно назовем сроки, когда же необходимо сдавать анализы на ЗППП мазками и кровью. Ну, начнем с такого заболевания, как гонорея или трипер. Сроки сдачи, когда, то есть положительный анализ, от 2 до 14 дней. На хламидиоз это, как правило, 10-14 дней. То же самое на такие заболевания, как микоплазмоз и уреоплазмоз. На гартнереллу и кандиду от 2 до 7 дней становится положительный анализ ПЦР. На генитальный герпес также от 2 дней до 14. Дальше, кровь. Кровь, если на антитела сдается, то вообще только после 14 дней можно хоть что-то сказать. Если более или менее надежно, то это 1,5-2 месяца. Она сдается на сифилис, ВИЧ и гепатит и БЦ. Также от 2 недель сдается ПЦР-анализ на сифилис, ВИЧ и гепатит и БЦ. Но, соответственно, они становятся положительными от 10 дней до месяца, как правило. То есть срок позитивации у них гораздо меньше. Поэтому, если резюмировать все то, что мы сказали, мазочки на ЗППП после возможности заражения, после полового акта, сдаются, как правило, через 5-10 дней. Кровь сдается через месяц. Ну, желательно, конечно, и в том, и в другом случае, чтобы сдавалось чувствительными анализами, а именно ПЦР-анализами. До этих сроков желательно, если есть возможность заражения, провести медикаментозную профилактику, которая представляет из себя определенные укольчики, промывание канала или половых органов и таблеточки на пару дней. Вот это то, что делается до того, как анализы стали положительными, особенно в том случае, если никаких симптомов нет. При любых подозрениях на заражение ЗППП вы можете обратиться к венерологу нашего центра платной КВД. У нас имеется самый широкий спектр анализов в Москве. Мы сотрудничаем с 5 разными лабораториями. Сроки изготовления практически всех анализов, как правило, 1-2 дня. Есть экспресс-анализы на сифилис, ВИЧ, гепатиты и мазки на гонорею и трихомонады. Необходимость проведения того или иного анализа или профилактики определяет только венеролог после осмотра и опроса каких-то жалоб и времени от момента контакта. Поэтому при любой возможности и вероятности заражений не рискуйте здоровьем близких, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.